Ребят, всем привет! Вы на канале Joint Games. Мы продолжаем с вами играть в симулятор качка. И сегодня, надеюсь, мы сможем дожать до 2000 силы. Начнем мы с гантельки, как обычно. И потом уже будем участвовать, наверное, в потасовке. Так, одну силу только нам дает. Странно, да? Может быть, нам стоит попробовать... Ой, вот сейчас 10 дали, отлично. Нет, давайте тогда сделаем так. Сначала 2000 силы набрать, а потом уже будем на беговой дорожке, наверное, бегать. Нашу скорость увеличивать. Хотя, можно, конечно, сейчас сделать 1500 и чуть-чуть скорости увеличить, потому что уж как-то мы очень медленно бегаем. Смотрите, у нас уже скоро голова пропадет, останется только одни мышцы. Вот это да, конечно. Сделали бы тоже то, что голова увеличивается. Хотя это тоже как бы правильно. То, что, ну, мышцы-то растут, а голова-то там как бы нету мышц. И поэтому она остается такого же размера. А мышцы, видимо, разработчики решили так сделать, что тело полностью растет, а голова остается такой же, как... Ну, то есть, как в начале. О, нормально, давай. Тягай гантельку. Так, он еще как-то гантельку держит, смотрите. Ну, то есть, неправильно, да? Так-то, по идее, по-другому надо держать. Ух, ничего себе, смотрите, какой гигант. Да, мы, кстати, тоже уже нормальные стали по размерам. Вот, когда будет 2000, мне кажется, мы, ну, будем нормального уже роста. Так, ребят, прокачиваемся. Что-то около меня начали много людей бегать. Один вообще, вон, смотрите, как-то боком бегает. Странный человек. Так, прокачиваем наши... Оп, гем дали, хорошо. Через 8 секунд у нас будет Бравл, и поэтому... Сейчас пока не торопимся. Качаемся. О, смотрите, мы можем пресс качать. Ничего себе, классно, ребят, все, качаем пресс. Качаем. Ну-ка, интересно, по 9 дается. О, хорошо. Новая кнопочка появилась на четверочку. У нас сейчас пресс качается. Троечка, ладно. Но сейчас давайте, смотрите. 55 секунд осталось. Мы вот это все время будем пока что силу качать. А потом надо, в общем, 2000 сделать, а потом будем качать все-таки бег, скорее всего. Потому что 2000, это вон тот будет нам, вон та локация доступна. Смотрите, там такая гигантская библиотека. Ой, ты смотри, смотрите, что делает. Смотрите, какой наглый, а. Почти, кстати, у него получилось меня победить, но нет. Вот он, кстати, опять появился. Давай мы тебя сразу завалим. На, все. Чтобы он не приставал ко мне. Опять он появился. Не, все, он качается. Ну-ка. Вот они. А, вот они сейчас между собой, смотрите, дерутся. Между собой дерутся. Бам. Ну, он победил, смотрите-ка, одного. Ну, тут с крыльями вообще. Так, погнали в Бравл. Так, все, прокачиваемся. Занимаемся прокачкой силы. Плюс 8 силы дали, да? Так, ну-ка. Отлично. Они все бегают. О, 1600, ребят, у нас 1600 уже, это здорово. Так, прокачиваемся. Ну, я не знаю, конечно, сможем ли мы сегодня 2000 ровно сделать, но я на это надеюсь. Так, может поотжиматься? Может поотжимаемся или нет? Или... Давай, отжимаемся. Ну-ка. Мы сможем, давай. Плюс, так, 3. Хорошо. Так, кстати, гемов нам надо 2000, чтобы питомца купить. Так, я вот не знаю... А, вот сейчас, кстати, по 9. Давайте теперь гантелечку потягаем. Хорошо. О, плюс 10, отлично. Так, дальше продолжаем. Ну-ка, плюс 5. Ну, плюс 5 это ладно. Это, конечно, не 10. Лучше, конечно, всегда по 10 давали, а то как-то непонятно. Он рандомно. То по 1 вообще дает, то по 10. Вот сейчас вообще 2 дал. Странно. Непонятно, почему так. Так, плюс 9. Теперь пресс качаем. Качаем пресс. О, кстати, смотрите, вон там дерутся внизу. А там, видимо, драться можно, что ли? Да, вон там можно драться, ребят. Мы будем прокачивать пока. Так, прокачиваем. 200, кстати, у нас уже гемов. Это хорошо. Так. Я пока не тороплюсь к ним идти. Надо как можно больше. Так, собрать. Плюс 8.
Так, 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 качаем, 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 качаем. Может, кстати, спуститься? А, вот все, меня скинуло сюда, видимо. Так, плюс 10, хорошо. Вот, кстати, бегает. Давайте мы попробуем его. Попробуем. Иди сюда. Иди сюда, вот, все. 5 гемов дали. Кстати, вот. Оно что? Если побеждать, то гемы дают. Все понятно. Все ясно и понятно теперь. Так, вон, смотрите-ка, на меня бежит. А? Ну что ж такое-то, а? Мы не победили, но ладно. Даже третье место не заняли. Кстати, ну, мы одного, получается, победили, и все. Ну, он такой слабенький был. Ничего себе, ребят, смотрите, какого мы размера уже. Смотрите, какие мы уже стали. Шея уже, вон какая гигантская. Да, прикольненько. Так, давайте прокачиваемся дальше. 100 секунд у нас есть до следующего брала. 1700 уже силы. Прокачиваемся. И потом, наверное, все-таки надо идти на беговую дорожку. Там, кстати, вот смотрите, кто-то прокачивается тоже на беговой дорожке, а там она гигантская. И вот мне кажется, нам надо на гигантскую. Потому что там и быстрее будет прокачиваться, скорее всего. Но это не точно. Я надеюсь, так и будет. Так. Плюс 4 дает. Ну, маловато, конечно. Да, маловато, но... Ну, 3 даже сейчас дали. Это, конечно, маловато, да. Надо по десяточке. Сейчас плюс 1 вообще дали. Ну-ка, давай поотжимаемся теперь. Раз не хочешь, то давай нормально. Ну-ка. А вот здесь, кстати, если кого-нибудь побеждаешь, за это вообще ничего не дают. Поэтому смысла здесь нет никого побеждать. Не знаю, зачем бегают некоторые просто так. Убивают. Не знаю, для чего они это делают. Вот, смотрите, этот стоит. Я могу сейчас его просто подойти и как бы, ну, тоже победить. Ну, зачем мне это делать, если мне за это ничего не дадут? Просто я ему помешаю стоять, прокачивать свою силу. Да. Это странно, зачем люди такие есть, которые, ну, просто мешают другим. Так, плюс 1 сила, это что, серьезно, так мало? Ну, это мало, ребят. Плюс 4. Такое себе. Маловато. Реально очень мало. Плюс 8, вот. Ну, всегда бы. 8-10 давали бы всегда, было бы здорово. А то однёрочка, двоечка, вот опять двоечка. Для чего? Зачем? Интересно, по 20 дают или нет? Ну-ка, нажимаем. Все, качаем пресс. А, нет, давайте... Ой, не, вот так вот начнем. Так... Смотрите, подходит, хочет драться. О, вместе, смотрите, одновременно. Оп, оп. Хотя, смотрите, я быстрее. Я его обогнал уже. Это, видимо, ну, просто надо вовремя нажимать. Я его уже, ну, смотрите, на сколько раз опередил. Плюс 5. Ну, 1800 уже, ребят. Я думаю, 2000 мы, наверное, сможем сделать. Плюс 4. Так, плюс 9, вот это уже, да, хорошо. Ну, смотрите, нам осталось примерно 150, ну, грубо говоря, да, не считая там 18 еще. Я думаю, мы сможем, мы успеем. Хотя, знаете, можно это оставить на сладенькое, чтобы следующий выпуск начать, и у нас будет почти 2000, мы будем изучать новую локацию и смотреть, что там у нас как будет сила прокачиваться быстрее или нет. О, ребят, смотрите, какие здоровые-то мы стали уже. Ребят, смотрите. 2 раза по 10 мне дали вроде бы. А, стоп, или это гемы дали. Это гемы, скорее всего. Так, прокачиваемся. Вон, кстати, маленький бегает, смотрите. Плюс 5 к силе. Ну, этого мало. 5 к силе-то. Кстати, а давайте попробуем вот так, да. Оп, 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 оп. Не зря же тут ешка есть, да? Да. Там он, смотрите, кстати, побеждает, он ходит всех. 25 гемов дали, ребят. Ну-ка, если мы будем вот так здесь продолжать. Ну-ка, вот, кстати, продолжается же. Ничего себе, здорово. Плюс 8 даже дали. Я просто, смотрите, на воздухе лежу и прокачиваюсь. Ну, кстати, не так много дают. Я думаю, будет, ну, как по 8, по 9, по 10 давать. А все-таки все равно по 4 иногда дают даже. Да, ну ничего страшного, 250 гемов у нас уже. О, еще гемы дают. Хорошо, хорошо. Прокачиваемся давай. Плюс 1, хорошо.
Так, а я интересно... Нет, Бравлов я не выигрывал, да, ни разу еще? Да, к сожалению. А вот этот... Вот этот вроде бы бегал тогда, помните, ко мне подбежал вот здесь недавно. Хотел драться. И сам получил от меня. И все, смотрите, больше не лезет. Потому что знает, что я могу сдачи дать. Нет, смотрите, 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 идет. Нет, не на меня идет. На беговую дорожку идет. Этот с крыльями вообще. Так, ну что, ребят, я думаю, наверное, будем заканчивать. И следующий выпуск мы уже добьем 2000. И пойдем вон в ту локацию. Прикольно там будет, мне кажется. Потому что, смотрите, там одни гиганты бегают. И мы уже тоже гигантиками будем скоро. Плюс гемы еще сейчас дают. Ну, здорово, здорово. Мне нравится. Так, плюс семерочка. Ну да, все, сейчас мы, наверное, остановимся. И сейчас вот, оп, все, улучшения взяли. Так. А, я не могу. А, вот, все, могу. Кстати, смотрите, он... Нет, не ложится. Вот такие вот мы, ребят, стали с вами сейчас. Надеюсь, в следующем выпуске мы будем еще больше. Всем, ребят, огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи. Пока-пока.